каждым днем число заболевших идет на повышение. На 24 сентября выявили 81 новый случай коронавируса. Это 77 человек в населенных пунктах и 4 вахтовика из других регионов. Выздоровело за сутки куда меньше, 23 пациента. Но хорошие новости тоже есть. Больных в тяжелом состоянии стало меньше, теперь их 4. В лидерах оказался Новый Уренгой. Здесь 17 заболевших. Следом расположился Салехард и Ноябрьск. У них по 14. В число зараженных входят и дети. Несмотря на распространение ковида в школах, очная форма обучения в округе в приоритете. Также Ямало лидирует по охвату населения тестированием. На 100 тысяч около 135 тысяч выполненных тестов. По всей стране этот результат считается лучшим. Тем временем в России за минувшие сутки более 6,5 тысяч заболевших и более 6 тысяч выздоровевших. Еще чуть-чуть и эти показатели сравняются. Будем на это надеяться.